Не записалось видео, черт, заново надо перезаписывать. Причем это видео записываю в 3D, но можно было, в принципе, не делать. Но я делаю для того, чтобы показать, какое хуёвое 3D в этой игре. Ну, 3D на самом деле не очень-то и хуёвое, потому что оно всё-таки есть 3D. В общем, работает режим эмуляции, хотя я, блядь, особо не настраивал. То есть в режиме эмуляции The Buffer, то есть не настоящая 3D, а глубина из The Buffer берёт. Ну, берет как надо, вроде бы. Так, давно хотел обзор на эту игру сделать, но что-то руки не доходили, а вот игру подарили, там, спасибо большое. Там, вот как раз. Теперь можно сделать обзор. В общем, я туториал прошел. В общем, игра как говно выглядит с самого начала, да? Это заставка от игры катит не как заставка от игры, максимум, а как раскадровка для заставки этой игры. В общем, планировалось, что как бы, может, бюджет стоили $200 будет игры, а получилось, что бюджет игры один жит на флеше. Я вот говорил про эту технологию жидезизации, я бы так сказал, что если раньше приходилось рисовать какие-то спрайты, а потом как анимацию, то есть, блядь, или, блядь, пиксель-арт, или еще что угодно, то теперь хуячат что угодно, я вводят в этом флеше. Достаточно один рисунок нарисовать больше, чем говном, да? На компьютере ввести его, да? И вот так. Обвести, и потом они просто разрезают на слои это, да? Видите, отдельно нога, рука и голова, и оно дрыгается по скриптам там. Вот тебе и типа как будто анимация, да? И то есть игру, блядь, в 50 раз, наверное, или в 100 проще сделать, чем раньше. Такое бы сделать. В общем, игра типа стелс, да, самая лучшая, типа, ну, только потому, что других нету игр в 2D в стелс. Потому что есть всякая хуйня, но не именно стелс. А тут все даже из Бэтмена понапиздили. Их можно запугать. Туториал, типа, прошел, и дальше уже заеба начались какие-то. Уже непонятно, куда ехать. Игра про ниндзя, спасать надо ниндзя тоже. И тут хардкорный такой стелс убивают вообще сразу, если заметят. И смотрите, как четко, не видно его почти, да, через стену. Так. Так. Опа. О, давай, 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 ножом его, видишь, и тут еще такое куик-тыл такое. Видите, все сделано с санными слоями, при этом кто делал, он либо вообще рисовать не умеет, либо он, блядь, мультфильмы рисовал только. Блядь, для Comedy Central только. Потому что, блядь, это анимация американская, это вообще просто пиздец, до чего они докатились. Блядь, даже Дисней уже никаких мультфильмов не рисует, а все сериалы, они вообще просто, они с квадратными рожами все ходят, блядь. Это при том, что там, блядь, педофилы с дельфиноеда уже рисуют лет как, наверное, блядь, 15, детское порно, неотличимое от реальности. Блядь, сука, блядь, как на компьютере, так и своей жопой и говном. Так, вот заставка какая-то. Смотрите на эти рожи, а? Сука, на флеше сделанная. Ниндзя пиздит. Ну, это уебище, ну что это, блядь, такое, а? Это вот кто угодно, да, может нахуй инструкцию по флешу прочитать и нарисовать такие заставки и, блядь, игру такую сделать, блядь. Так. Так, ниндзя ебут. Так. Так. Тут типа босс, да? Сука. Ага. Так. О, смотрите, я же... О! Опа! Одного, бац. А где второй, который в заставке был, его пиздит? Непонятно, в заставке же другой был. Видите, как сделано, сука, да? Типа тельца, да? Разрезанная на части, и как будто, да, анимация. Но анимация это не выглядит как анимация, да, и как пиздец какой-то, как картонные картинки, да, в совке как делали, да. Рисовать было лень, а ублюдки с мультфильма технологии придумали. Вырезают, да, из бумаги и двигают их, сука. Ведь такие мультфильмы срут. Я же доходил до того, что, блядь, сука, комбинированные мультфильмы делали, да. Типа вот эти блокбастеры, типа это, блядь, «Вокруг света», да? «Капитан Врангель», да? Где там что-то экшен, да? Там делают, рисуют 5 секунд.
А все остальное картонки ходят, где просто пиздят. Блять. Ага. Так. Ink and Dreams. Planex. Блять, а че ниндзя какой-то крутой вообще, с ним такое? Какими-то шрамами он покрылся. Татуировки, сука. Блять, там. Сука, сюжет какой-то есть. Блять, ну давай на этом, блять, каракули, малякули, сука. Я, блять, в школе в учебниках лучше рисовал. У нас была гордость, да, в совке, как лучше засрать свой учебник в школе, издать его. Его никто там не проверял, да, когда сдаешь, просто в кучу сваливаешь, да. Ты же, знаете, проверять каждый учебник, это же, блядь, надо людей каких-то нанимать, да. А мы просто срали, да, говном, засирали, вырывали страницы, там, рисовали вот такую хуйню. Как там ебут Ленина, там, Сталина и прочее, издавали это. И радовались, когда их принимали. Ну, даже тогда лучше рисовали, чем вот это говно. Смотрите, блядь. Три слоя, да, в игре? Блядь. Передний план, средний и задний. Сделано на флеше, блядь, переделанное как-то в Direct, что 3D работает. Так. Прям норм... Так. Ага. Да вот. Опа. Нормально. Сука, блядь. А куда эти ниндзя все делись вообще? Почему они до сих пор людей не убивают, да? Но с пистолетами. Они же, собственно, они, блядь, никогда в черное-то и не переодевались, эти ниндзя почти. Если только какую-то спецоперацию, да, там воду спиздить. Или риск какой-то там ночью, да, чтобы не заметили. А так они просто в бомжей одевались, сука. И, блядь, там ходили. Блядь. Ну и на эти каракули сраные посмотрите, а. Так. Ну, блядь, для стелса нормально. Блядь, вот как убивают. Ой. Ага. В общем, головоломки сплошные. А, куль. А, ну, в принципе, не совсем говно игра. Кстати, тут видно, как они... Ой, блядь, почему вот гейм, блядь... Не, блядь, сука, нельзя убить. Блядь, сука, Сэм Фишер ебучий, а? Блять, сука. Сэм Фишеры. Блять, почему нельзя взять, блять, если делают фильмы, да, про ниндзя, они там ножами всех режут. Чего не делают, хотя бы что они всех стреляют из пистолетов. Ну, блять, по-современному, сука. Чего, блять, никто не додумался фильмы про ниндзя сделать? Или игру, да, где они убивают просто современным оружием. Опа. Блять, Сэм Фишер, сука. Ой. Страшно. Опа. Блять, боится. Света нет. Блять, лампочку Ильича потушили. Блять! Блять, через стену ебашат! Сейчас успокоится. Блять. Почему, блять, срабатывает так? Запись криво теперь. Блять, да блять, ты сука, а не дал в унитаз этот залезть. Знаете, падла, блять. Так, а теперь побежать надо. Кнопка бегать только. Ой, блять, да. Вот. Так, сколько тут уровней интересно. Так, а вот, смотрите, тут обрубается. И причем добивание надо только именно подойти, с горла перерезать. Так нельзя просто. Блядь, ты сука, а? Дохляки какие ниндзя. Так. Блядь. Пиздец, ловушки. А, так, блядь, заново надо. Сейчас должно сработать. Так.
Бля. Так. Блядь. Вообще нереально убить, сука, ниндзя, да? Одного автоматчика, даже если он в упор нападает. Вот и прибить. Блядь, спецназ там идет. Видите, бронированный фонарь. Блядь, ты видали, какой он четкий, а? Заметил, а? Интеллект лучше, чем метр Гигири, нахуй. Блядь, сука, да блядь, блядь, сука, сейчас в сальце замочу. Блядь. О, зарезали. Так, надо прятаться под прожекторами. Блядь, да ты сука, а? Пиздец, тварь, а? В общем, началась такая же хуйня, как в Лимбо. Блядь, я как, чё, сука? Блядь. Ой, блядь. Блядь. Сука. Суки, а? Блядь. Блядь. А боишься, сука? Ну, зарежем, суку. Опа. А, во, есть крутой фильм про ниндзя. Ниндзя-ассасин. Самый крутой. Причем современный, да, вообще там пиздец. Ниндзя-ассасин, сука. А вот тут видно, короче, как игра устроена, да? Что-то вот этот прожектор, он двигается, да? Он слоем как бы не прожектора, да, а картинка в фотошопе прилеплена, да? И она квадратная на самом деле, но сделана прозрачность в движке, да? И тут все это, блядь, Леблос бросается в глаза. Это халтура ссаная, да? Прям вот там видно, да? Как он, блядь, из... Опа. Так. Ну, в общем, сложность уже пошла. Немеренная. Блядь. Пиздец, а? Блядь, тварь, блядь. Сука, блядь. Блядь, блядь, да блядь, ты сука, а? Блядь, да это падла, блядь, сука. Блядь. О, упал. Ну, если убьется, нахуй. Спрятались. В общем, стелс такой... Блядь, да блядь, сука! Видали, как я их всех нахуй в файтинге убил без стелса? А тут тоже, видите, квадратами сделано с прозрачностью. А в 3D это очень палится глубина. Видите, как? Там глаза в кучу сделайте! Да, я же говорил, у меня на Ютубе баг такой был. Глаза местами меняются, это сам YouTube глючит. Если там 3D вам кажется необъемным, просто меняйте глаза. Хотя я вроде исправил, да, право-лево, вы там берете, да, вырезаете один глаз, да, потом второй быстро, и меняете их местами, да, и там быстро срастается все, и как бы... А если другое видео, то наоборот, не перевернуто, то обратно вырезаете глаза и меняете их. Что это такое? Комбайн. Опа. Всю энергию мы порубили. О, новый мейсмейкер. Мейсмейкер. Так вот, видите? Пиздец. А. И мне очень-очень хуёво в 3D выглядит, честно говоря. Лучше без 3D даже надо в это играть. Ха, нет, все равно в 3D лучше. Так. Так, что он... Прыгаем. О. Че, а, смотри, что он может делать. Опа, вот так. Все, ему обрубили. Причем... Они зерного питания работают. Уже починили. Сука, сам Фишер пошел искать. О, он не видит. Опа. Так, ну, блядь, не совсем говно игра. Для 2D, блядь, ну, получше, чем Лимбо какой-то там. Или Принц Перси. Очередной ремейк. Тут уже вообще совсем непонятно. А, вот, выключатель. Есть. Вот это чё? Так, а если быстро как-то? Какой-то груз висит. А, надо ящик передвинуть. Все уже пошла лимбовская хуйня стандартная.
И как вот про зомби 2D тоже, я там заебался. Я даже по обзор там пилил вот из ссаной карты, он не записался. Ну и что это дало? Может передвинуть? Так вот же непонятно, что делать. Блять, он сразу дохнет на этих лазерах. О, сука. В общем, все уже мне заебало. Это, блять, на iPad, может, можно играть, пытаться. Но в компьютере, сука. Это в браузере в это играть можно, да? Ну, блять, запускать отдельную программу, ждать, пока она загрузится. На экран, ну, это издевательство просто, сука. Просто издевательство. Это как в рожу тебе плюнули, да, вот такую игру продавать. На компьютер, вот на iPad там вообще в баг попало. Криво, все, и очень дешево сделано. Геймплей так нормальный. Стелс еще. Понимаете, как рвутся в 3D, это просто кошмар. Все тут эти спрайты, липовые слои. Так, ну все, думаю, обзор может заканчивать. Ну, сами видели все. Ну, на торрентах можно купить, я думаю. Да, на канал надо подписываться, а то... Там, блядь, видите, нихуя просмотров нету, да? Как бы будет больше просмотров, будет больше видео, да? А то я не могу больше 2 в день заливать видео, потому что там вообще просмотров не то что не будет. А там еще и отпишутся половина, мол, что ты спамишь, да, своими видео. Поэтому, блядь, будет больше нахуй подписчиков и больше будет нахуй видео. По 10 день буду делать, да? Если, сука, блядь, нормально будет там тут подписываться.